где вот эти? Так, эти артисты здесь, поэты здесь. Там целый план поэтов. Сегодня у нас такой небольшой сабантуйчик, посвященный моему юбилею 50 лет. Спрячь судьба свою тугую плеть, не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь, никогда другим не стану я. Пишу. Вокзалы города, полицы, поезда, от севера до юга, оттуда и туда, в глазах своих печаль, картинки на плечах, закончится разлука. Надо просто понимать, что сейчас там ребята погибают за нас. Темно. Если встали мы за правду, не идем мы на богатой, и своих не предаем мы никогда. И порой остра, как бритва, покаянная молитва, и душа, как будто небо, молода. Я русский, и этим горжусь. И как бы земля не шаталась, и я в полный голос сказать не боюсь, я русский и русским останусь. Закурим, товарищ, еще по одной, ведь нам не положено знать, кому завтра в небо, кому завтра в бой, прощает рулетку война. Кому завтра в небо, кому завтра в бой, вращает рулетку война. А где-то взлетает жар птиц удачи, и мечутся где-то и бури, и грозы. Пусть малые детки в кроватке поплачут, пусть малые детки в кроватке поплачет, ах, только бы нам не заплакать от взрослых. Let's
Вы аплодируете, как на прямые, как будто 6 тысяч населения здесь. Спасибо.